В Уральске продолжается строительство Омеговского путепровода. Строители продолжают работать две смены. На сегодняшний день строительство завершено почти на 70%. О том, когда мост будет сдан в эксплуатацию, расскажут наши корреспонденты. Строительство путепровода в районе Омеги началось еще осенью прошлого года. Сейчас активно ведется работа по насыпи подходов к нему. Один из них, по словам подрядчиков, готов на 90%, второй на 60%. Согласно проекту, сдача в эксплуатацию путепровода запланирована на 2021 год. Однако подрядчик обещает закончить все работы досрочно. Мы, как всегда говорим, у нас проектные сроки 3 года. Постараемся пораньше закончить. В 2020 году, наверное, я думаю, сдадим. В зимний период мы планируем работы по электричеству, освещению моста и работы по выставлению ограждений. Как рассказал подрядчик, сейчас уже все 126 балок выставлены, остаются работы по гидроизоляции, электричеству и, конечно же, укладке дорожного полотна. Рабочие продолжают работать две смены, пока позволяют погодные условия. В дневной смене сейчас на данный момент работает 72 человека, это рабочих, 28 единиц техники, ну и вспомогательные службы там. То есть работают две смены они у вас? Потому что вот эти вот сыпучие материалы, ПГС, щебень мы ночью раскидываем, а днем поднимают стенки и в дневное время. Напомним, что реконструкция путепровода ведется за счет средств КПО БИВИ. Стоимость объекта составляет порядка 5,5 миллиардов тенге. Юлия Мутыло, Ябол Мендегалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжейк.